честь радостного события молодежь города устроила флешмоб. Беспроводной интернет доступен не только жителям больших городов. В центре Мурома на площади 1000-столетия города перед зданием администрации с сегодняшнего дня работает бесплатный Wi-Fi. Это совместный проект городской администрации, предприятия благоустройства и интернет-провайдера компании ТТК. Установлено оборудование на здание администрации, так как это совместный у нас проект. Значит, установлена специальная антенна, которая позволяет нам покрыть бесплатным Wi-Fi, собственно, всю площадь 1000-столетия города Мурома. Мы очень рады, что такой совместный проект вообще реализуется. Вот. Очень рады, что МБУ «Благоустройство» выступило с такой инициативой, мы с удовольствием его поддержали. Одновременно к сети могут быть подключены до 200 человек. Скорость 3 мегабит в секунду позволяет с мобильных устройств заходить в соцсети, смотреть потоковое видео. Ранее бесплатный Wi-Fi начал работать на двух муромских автобусных остановках около катка «Кристалл». Теперь круглосуточный бесплатный интернет и на площади 1000-столетия. Но этими проектами администрация округа Муром не ограничится. В планах оснастить Wi-Fi и другие места отдыха молодежи. Ну, у нас есть предварительные договоренности, о которых, я думаю, что уже можно говорить. Это дальнейшее следующее место – парк молодежный, это бывший парк ЗИО. С приходом интернета на площади перед администрацией будет собираться больше молодежи. Поэтому уже к празднику Победы здесь планируют установить 16 новых скамеек для удобства отдыхающих. Ольга Килешна, Александр Симонов, Новости 24, Муром.